Нас ждет светлое будущее, я думаю. Какие технологии? Ну, развитие города всего, транспорта. Машины еще летать, я думаю, не будут. Телефон будешь говорить, он будет сам все делать, не надо будет ничего нажимать, например, такое. Ну, очень надеемся, конечно, что будет все очень хорошо. Город станет красивее, технологии будут очень хорошие, очень, самое главное, мобильные, которые бы намного облегчали жизнь мам. Самое главное. Инопланетяне будут. Мы с ними будем дружить? Да. Ой, инновация, конечно, будет, но я не знаю, какое будет. Еще про движение, конечно, должно быть. Например, по технологии и по этой, наверное, и по учебе. Роботы. Еще больше будет, наверное. Они будут среди людей? Среди людей будут. Город развивается, мне кажется, будет уже так, что не наполовину город, деревня везде, ну, и так далее, а будет как в столице и так далее. Ну, а вот в плане технологий, не знаю, ну, может быть, как в фильмах показывают, когда там уже не надо что-то материальное в плане как компьютера, а что-нибудь в воздухе там и так далее. Я думаю, что, ну, наверное, там будут летающие машины, всякое такое. Дома будут где-то несколько километров выше. А у нас в Якутске, как ты думаешь, что будет? Что изменится? Наверное, площади, дома, еще остановки, телефоны. Ну, наверное, они сами будут как автобусы скоро. Ну, дороги, наверное, точно будут лучше. Вот только это могу сказать. И все. А машины летают? До этого еще далеко, тем более в России. Новые технологии, новые виды машин, там, новые телефоны. А у нас в Якутске что изменится через 25 лет? Ну, не знаю, наверное, здание изменится. Ну, окраска. Ну, чтобы новые компьютеры сделали. Мощнее. Да, потому что у нас сейчас очень все развивается. И думаю, все будет все круто и как-то очень развито. Ну, может, даже если не будут летать, просто какой-то продукт появится вместо бензина. Что-то будет более экологичное и чистое. Ну, точно не так будет. Я думаю, то же самое будет, ну, как и это все. Ну, расскажи. Ну, погода будет хуже. Я думаю, ну машины до сих пор на колесах будут, да, вот. Да, в принципе, не очень. Ну да, телефоны будут меняться, там, ноутбуки, компьютеры, и в общем все. Добро пожаловать в 2015 год, Марти Маклайн.